Привет, моделисты и моделистки. Надеюсь, ребятки, все ништяк. Делаем сайд-камера. Погоняем этот локомотив и топ-камера. Я покажу, как сделать кнопку вот эту номер 2, функцию, кнопку управляющей функции, на которую вы сами поставили звучок или что-то такое. Но у нас все с заводика, ничего не менялось. Genesis сам Atheron поменял 26 и 27 функции. Но это отдельная история. Значит, мы сделаем кнопку эту включающуюся, выключающуюся. Значит, эта штука, новая крутилка, подключена через вот это вот устройство приемно-передающее Digitrax через Loconet. Первый раз, чтобы нужно, к примеру, если приду к Робу на макет или к каким-то другим нашим дедушкам, друзьям или не дедушкам, я включу вот этот кабель. Но я уже сделал раз. То есть организовать, так сказать, handshake, да, рукопожать, и все. Если я буду постоянно на своем макете, мне это делать не надо каждый раз. Вот, ну, делается легко достаточно. Я постараюсь, потому что я кверх ногами держу. Значит, что сейчас кнопка 2 у нас функции. Видите, я нажимаю, и он проигрывает звук. А я хочу, чтобы я нажал, и он играл. Так, берем меню. Берем 3. 3, 3, 3. И еще раз. 3. И здесь много всяких вещей. И going down. Мы идем вниз. По-моему, это 11. Да, 11. F2 key. Static. То есть мы должны сделать еще раз. Change. Все. Значит, сейчас... А, вернее, наоборот. Ну да. Change. On. То есть я кнопку нажму. Пардон. И все будет четко. В ноль выходит все из всех меню. Теперь. Работает ништяк. Теперь. Вот и все. Был вопрос. Теперь. Я уже его кнопкой 27 поставил в idle. То есть он, движок не работает. Есть всякие звуки и сопровождающиеся, так сказать. Ну, играющие сами по себе. Теперь мы делаем вот так. Видите, она просто на глазах у меня идет спать. Нет, спать, работать. Функции 10-20, то есть все выше 20. И берем 26. 4-5-6. Запускается движочек. Все четко. Возьму я крутилку в руки. Красавчик. Иду на первый опять регистр. Регистр, вот что. Первый, верхний, первый, второй, третий, да, то есть 0-0, 10 и 20. И понеслась потихонечку. Ну, свет у нас здесь, конечно же, что у нас еще здесь? Ага. Строп такой. Марс-лайт. Ну, марс-лайт, скорее всего, здесь, на носу. Ну, вы спецы, я так играюсь в игрушечки. Так. Хорошо принимает.
Колеса смотрите теперь внимательно. Потихонечку они... Это 11%. Здесь не как шкала, да? От нуля там до 60 миль, до 70, грубо говоря, до 80. Нет, здесь в процентном отношении все. Сейчас я вам покажу. Вот, к примеру, на такой скорости, на таком нач 20%. Сейчас камеру включим. Окей. Функция работает четко. Кому-то нужно такую, чтобы включить, не держать. А кому-то наоборот. Но это, так сказать, сколько людей, столько и мнений. Сейчас еще поддадим газку. 25. Сбалансирован, конечно, он четко на этом стенде. Как вкопанный. Вау. 50%. Вообще это правильно, я думаю, что говорить 50% от полный этот throttle. Педали газа, можно сказать. 92, 99, ничего не меняется. Вот до 99 доходит потихонечку сейчас. Ну явно слышно, как подшипники, смотрите на колеса передние. Сейчас 80, когда будет идет нач, интересно. Я сбавляю скорость. Ну вот. Потихонечку. Сейчас на 30. По-моему, на 35 где-то сбросил. Ну, как в настоящей жизни. Очень четко саундтрек, конечно, сделал. Не просто крутанул, и она вниз пошла. Нет, есть какая-то инерция мощная. Сейчас 10%. 9. 7 6 5. Все, айдл. И вот таким образом, сейчас я вам покажу. Топ. Так выключается. Идем на функции 20, врубаем. Я включил 26, а здесь выключаю, движок становится айдл. Я на правильной функции? Нет. Я куда-то не туда попал, пардон. Сейчас. 20. И остановочка. И 7. Вот она у меня, 7. 27. Ну все, красота. Немножко sensitive эти все, но вот крутанул чуть-чуть, она уже перешла на другой контроллер. Движок спустился опять, либо 26, либо вы просто первую скорость, да, первый нач даете. Либо же восьмерочкой, сейчас мы пойдем в регистр нижний, функции 0. Восьмерочкой вы просто выключаете звук. Все. Спасибо за внимание, ребятки и девчатки. Пишите вопросы. Следующий видос, наверное, про путевой материал сделаю буквально на днях. Успехов!
Можно поддержать канал на Patreon, но это совершенно не обязательно, только если есть огромное желание. До свидания.